Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области в первый зимний день ясно и без осадков, еще немного похолодает, днем минус 10, минус 14 градусов, ночью 13-15 ниже 0. Ветер переменный, южный, северный, западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 11, в темное время суток 13 градусов ниже 0, южный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно и без осадков, днем минус 12, ночью 13 с минусом, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, в дневное время минус 12, ночью минус 15 градусов, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.